Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года. Он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это планируется потратить около 230 миллиардов рублей. Деньги весьма значительные. Ну вот, собственно, подготовка к этому ведется. Документ я подписал на эту тему.